Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный инструмент. Это пила складная, которая представлена от компании Opinel. Видим маркировку компании на корпусе и на самом... Как это называть? Клинок? Нет, полотно, наверное, да? Все это дело фиксируется таким образом. Есть замок, который не дает случайно сложиться и тем самым надежно и уверенно работать данным инструментом. Ну, будем называть, наверное, ее ножовка по дереву, потому что типичная кромка, режущая пилы по дереву, гравировка Opinel, замок надежный, так он открывает и вот так он фиксирует. Рукоять, как всегда, это дерево бук. Видим, как все затянуто, надежно укомплектовано. Достаточно легкий инструмент. По длине 40 сантиметров. В принципе, в разложенном состоянии вполне функциональный и полноценный инструмент. Ну и в сложенном состоянии он, как правило, выглядит достаточно удобно и компактно. Имеется темлячное отверстие. Темляк здесь явно не помешает. Комплектуется все это дело таким вот блистером. Ну и наоборот, на разных языках. Нож-пила для отпиливания веток диаметром до 10 сантиметров. Вот. Сталь, кстати, здесь 12C27 Sandvik. И для пилы вполне достойный клин. Вот такой вот краткий показ. Ждем комментов и всем до свидания.